Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг. Прятки в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга «Прятки». Ведь только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику, а еще у нас есть для вас небольшая новость. Да, ребята, так как вы много нам писали в комментариях то, что вы хотите троллинг прятки, давайте мы сделаем так. Набираем на наших двух видосах под 20 тысяч лайков, и сразу на следующий день выходит новая серия троллинг пряток. Поэтому, ребята, все зависит только от вас. Влепите лайк, если хотите новую серию. А на оба видоса. На оба. И там по 20 тысяч. Правда или неправда, Женек? Во-во, ну все. Разговорились, Жека, все, давай, тихо. Да. Ну что, ребята, вот карта на сегодняшнюю серию троллинг-пряток. Что это такое? Ну, давайте я вам так объясню то, что это мид, это бот, а это топ. Ну, в принципе, я вам так скажу то, что Жека недавно опять начал играть в Доту 2. Ну да, сумасшедший просто человек на всю свою голову, просто сумасшедший. Сейчас бы в Доту 2 играть в 2К17 там, но неважно. Поэтому я не знаю, такая ли там карта или нет, я никогда в Доту не играл и вряд ли когда-то буду в нее играть, потому что не хочу. Поэтому сегодня Жека будет играть у нас не знаю за кого, но суть заключается в том, чтобы он меня нашел на вот этой карте. А где я спрячусь? А вот не скажу. Вот сначала вот сейчас пойдем к Жеке, потому что он уже пишет все. Вот отстань, противный, отстань! Вот пойду к Жеке, вот найду его быстро, вот сейчас прям найду его и потом вернемся на мою карту. Отстань, противный! Что он меня хочет? Все, иди отсюда. Все, это достал, я вообще ливаю сервера, все, я больше с ним не записываю, иди нахрен. Ну что, Эдисон, проходи на мою карту, Эдисон. Я тебе хотел бы сразу сказать, ты, возможно, узнал мою карту. Опа, что это такое? Лук, да, лук. Жека, а почему... Да, я лук вот тут нашел. Тут еще какие-то привидения жестокие. Эдисон, это наша квартира в Москве, на которой мы жили, и где на твоем канале, во влоге, я танцевал Верку Сердючку. Да? Подожди. Да. Где я был? Я вот тут сидел. Вот тут. Да, где-то вот там сидел, да. Вот. Я догадался, я знаю, что такое. А кто не смотрел влоги, ребята, не надо так. Все влоги надо смотреть, чтобы вы тоже понимали, что и как. Так, хорошо. Да. Хорошо. А вот эта курочка, да, с прошлого влога, да? Она там была где-то. Да. Кирилла, курочка. Курочка Кирилла. Давай, Эдисон. Так, хорошо. Ищи меня. Яички, да? Тут у нас яички есть, да? Ну-ка, что там такого интересного в холодильнике? А ну-ка, рассказывай. Тут есть мёдик, подожди. Mm-hmm. Вот я сломаю вот этот поросенка. Видишь поросенка? Вот он у меня, видишь? Ну да, вижу. Видишь, да. Вот я его выкинул. Видишь, куда я его выкинул? Видишь? Да, я вижу. А с какой стороны ты видишь? Ну, просто... Ну, вот с... Вот прям напрямую. Ага, напрямую, да? Так, а что у нас... Нет, вряд ли напрямую. Вряд ли. Мне кажется, я в раковине. Посмотри в раковине. В раковине, да? Да. Ох да. Ты, ёханый бабай. Буль. Ах ты, ну... Они какие-то слишком... Не, Жек, это не ты. Это не я, но... А вот это кто? Вот эти зомби, это кто? А, ну типа мы. Типа мы? Ну хорошо. Так, Жек, а почему так мало стрел? У меня такой вопрос, а? Ну, а тебе много и не понадобится. Как бы ты можешь везде залезть наверх. Ты посмотри там, ага, обойти. То есть мне нужно их использовать только тогда, куда я не могу добраться, да? Да, я тебе, короче, дам подсказку. Посмотри сзади крана. Сзади крана? Опа, хорошо. Да. Так, это куда? Это куда мы сейчас залезем? Куда? Я вот не знаю, куда там лезешь. Так, нифига ты. Нифига, я прям залез. Так, опа. Что за аквариумы? Ага. Так, Жека, ага. я просто забыл, знаешь, память плохая у меня. Так, ага. Аквариум, да? Или что, этот, колбочки какие-то? Ну да, это колбочки, да. А, то есть в это можно превращаться, прикольно. Так, кто тут слишком... Нет. Так, вот это не ты, это 1000000% не ты, потому что он крутится, вертится. Ты просто стоял на месте и ничего не делал. Вот это. Думаешь, не крутился бы, да? Жека, у меня проблемка есть. Ага, какая. А чё он не бьется? Это ты, подожди. А, ну здесь что? А, нет. Так, хорошо. Или это ты был? Да, это я был, да. Я Элман. Ты Элман. Да. А ты попробуй там еще это, знаешь, спрыгнуть с этих шкафчиков. Ну ты уже все провалил, ты можешь снова туда залезть, как бы, если хочешь. Что я провалил? Куда я провалил? Ну ты сможешь опять на шкафчик залезть?
Не сможешь. Ну. А зачем мне на шкафчик, если я там уже... Шкафчика можно было перепрыгнуть на стол, например, ну или куда-нибудь еще. Там еще и на столе что-то есть, да? Да-да-да. Ой, да тварь! Свалился. Так, сейчас надо бежать, Джекер. Не очень хорошо. Так, я уверен, 1000000% ты чешуница. Да? Ну, хорошо. Чешуница. Вот. А знаешь, это не обычная чешуница, это вот, так сказать, ковер бегает. В смысле ковер бегает? Ну, это нормально. У нас просто, ну... Это просто ковер был очень странный, там какие-то странные узорчики были, вот. Да, которые там, ну... Бегали узорчики. Вообще странная квартира, если честно. Жека, я не знаю, честно. Так, вот тут я уже везде был, да? Ну, иди сюда, да. Нет, это не... Попробуй на стол залезть, почему бы тебе не залезть на стол? На стол, а тут... А, вот дыра, да, в диване, которую не знаю кто... Это мы вообще провалили ее там, проделали? Нет, она уже была. Она уже там была, да. Она уже там была, хорошо. Так, это книжные полки. Что, ничего не было? Книжные полки? Я все понимаю, да, ну, типа, там муравьи у нас бегают, но то, что, да, то, что я не знаю, где ты, это вообще проблема, Жек, это проблема. Да. Так, а вот тут что? Ага, а вот это что такое? Почему тут дырка, Жека? Какая дырка? Почему там дырка? Какая дырка? Ну, вот смотри. Вот ты говоришь, что у нас, типа, муравьи, да, бегают? Да. Это, в принципе, можно сказать, очень странно, да? То, что муравьев там много, муравьев, да? Я все понимаю. И да, я согласен. Я тоже видел муравьев. Муравьи бегали, и очень много муравьев было, да? Но то, что у нас колбочки бегали, я не помню. Ладно, спалил. Все. Чё спалил? Чё ты мне так мало стрел дал, а, паскуда? Всё, падаю, прыгаю. Спасите, помогите. Как, иди сюда! Нет, иди сюда! Не успел прописать гемот, не успел. Ах, ты ж падла, ну ладно. Я смотрю наверх, там на меня такой ку-ку сверху, и я обратно спрятался. Прикольно, Жека, придумал. Я понял, мне было не видно, я хотел прочекать. Ну ладно. Всё хорошо, давай, хорошо. Я готов идти к тебе, давай, Лисон, прячься. Ну что, Исон, я готова. Ну, заходи. Так, да. Вот я сразу ставлю... Ой, что это такое, Исон? Ну это странно. Ну вот, иди вперёд, прям вперёд. Это Комик-кон, да, я понял. Какой нахрен Комик-кон? Ну вот, это мид, ты по миду сейчас идёшь, Жека, если чё. Это дота, я понял. Я уже сказал, что Жека сумасшедший человек, недавно опять начал играть доту, поэтому... Я не знаю, вот... А как пройти на бот, я не понял. Вот там бот есть. Понял. Там бот топись. Жека, я честно не знаю, правильно ли я построил, я в доту никогда не играл, поэтому не знаю, реалистично или нет. Ну такое, конечно, не... Как бы это Майнкрафт, да? Ну вот там Рошан стоит, или как его там зовут? Вот Рошан? Да вот там, в красном, да. Красно? Нифига себе Рошан. Вот тут крипы бегают, или как они называются? Крипы. Вот давай, ищи. А вот там персонажей можно выбрать. Вот смотри, там на спавне. На респауне. Да, я вижу. Вот скажи, кого ты там узнал? Может там урса какая-то или пуч стоит? Ага, вот. Ну, урса это, конечно, медведь, ну ладно, похоже. Ну. Так, скелет похож на лича. Вот это снова. Ну ладно, в принципе, это сложно, но похоже, да, похоже. Похоже. Так, подожди, мне сейчас нужно найти, да, типа? А, нет, ты можешь поиграть, там, побегать, пофармить крипов, может быть. Я не знаю, Жека. Так! Нет, меня крипы замочили. Меня замочили? Так, да, хорошо, я умер от крипов. Ну это плохо, да, это плохо. А я горю. Ну ты так, не горишь, не горишь. Шо в меду какой-то провал, тут провал вниз. Там, не знаю, лесника можешь найти там в лесу где-то, может он гуляет где-то там, я не знаю. Что тут не умирает какая-то дичь? Не умирает? Не умирающий. Что-то бью, не умирает. Плохо, опять баги какие-то. Ну. Не, это точно не ты, да? Ладно. Это не... Подожди, точно не ты? Да чё? Отстань, всё, нет, не я. Точно? Ну ладно. Ты заколебался. Бью NPC, он чё-то не умирает. Хорошо, ладно, так, ну, в принципе. Ну. Я не понимаю ничего, в принципе. Так, ладно, крипы меня снова убьют. Так, ладно, кого выбрать? Кто там есть? Кто там есть, Жека? Кто там есть? Тут есть вот точно ликан. Ликан, вот посередине точно ликан. А-а-а. Чувак, который волка умеет превращаться в оборотень. А на получи ликан! Не-не-не, это не он. А вот зелененький, вот это кто такой?
Зелененький. Не знаю. Ну, у меня а, вот другой зелененький, вот лошадочка. Не, ну Саб, так вообще как-то, знаешь, типа ты говоришь зелененький, значит ты знаешь, что я сейчас тебя ударю, но это точно не ты, короче, я понял. Ты палишься. А, я палюсь, ну хорошо, хорошо. Так, ну подожди, я вот не знаю, мне кажется, вряд ли ты бы был NPC, который просто стоит. Ага, подожди, тут Сустив на меня посмотрел, ты чё, охренел, а? Да вот вообще, вот прям наглый какой, вот посмотрел так на Евгения, прям, ой-ой-ой, нельзя смотреть. Подожди, я как понимаю, тут еще можно... Нет, подожди, я что-то не понял. Там лес еще есть, типа. Ну, а где лесник сюда не нашел? Мне нужно ударить Рошана. Рошана? Ну, может. На! Он не бьется. А чё он не бьется? Алло, Рошан! Проснись. Так, ты в лесу был, там еще звери есть всякие. Да. Вот сейчас как раз иду в лес. А я могу тут листву сломать? Я не могу пройти. Нет. Ну, блин, а как тут обойти? Никак. А, то есть никак нельзя зайти? Можно. Вот с другой стороны, вот там можно. А, вот, я понял. А наверх залезть? Ну, ты там посмотри, может там что-то будет, Джека. Ну, в лесу, короче, я всех ударил, это все не ты. А, ну хорошо. А вот мне интересно, так. А вот кто на другой стороне вот стоит? Вот смотри, кто на миду вообще? Кто на миду, Жек? Вот назови. Кто а, ну на миду... Ну, Виверна. Виверна, и, да. И какой-то призрак. Кто? Ну кто? Да не знаю, кто это! А там еще водичка есть. Вот на миду водичка есть. Ага, водичка. Водичка там еще есть. Ну, ты меня обманываешь. Все, я тебе больше не буду доверять. Хорошо. Ты Жека мне больше не верит. Ну, плохо, конечно, плохо. У нас два Жека. Так. Пойдем по мостику. Ага. Здравствуйте, Эдисон. Здравствуйте. Привет. Нет. Так ты ж падла! Это не ты! В смысле нет? Говнюк, я думал это ты. Да. Да? Какие эмоции был выключить? Моя вина, согласен. Я сразу понял, что это ты, потому что, во-первых, ты стоял. А, то я еще стоял. Спасибо, великий бог Майнкрафт, за то, что опять залагал, за то, что я не лежал, а стоял. Спасибо большое, спасибо. Я ненавижу эти троллинг-пятки, ребята, поэтому... Поэтому 20 тысяч лайков. Если мы не наберем 20 тысяч лайков на двух видосах, мы больше их не будем выпускать. Из таких лагов париться и нервы себе трепать. Не, я больше не буду. Я больше не буду. Поэтому или лайки, или в жопу эти прятки кончены. Это нечестно, Жек, это в принципе нечестно, понимаешь? Ну блин, что я могу поделать как-то? Я требую реванш! Переиграй, Жек. Ну вот 20 тысяч лайков соберем, будет тебе реванш. Ну хорошо, мы посмотрим, ребят. Поэтому ставьте лайки, конечно же. И можете, в принципе, тоже посмотреть влоги на наших вторых каналах, да, чтобы знать, о чем вообще был троллинг, ну, не троллинг, как назвать, троллинг пятки Жеки. Карта Жеки. Чтобы вы были в курсе, мы вас будем держать в курсе. Поэтому... Хорошо, все будет хорошо. Да, ребята, как комментарии пишите, подписывайтесь. Да, естественно. И спасибо большое вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.